скорой! Ирину Петровну вызывайте! Давление падает, готовим первую операционную. Заходим. Стоять. Тебе за мою попытку побега и новый срок. Это за него. Чё молчишь, шлюха? Сказать нечего? Я люблю Бориса. С первой встречи всегда любила. И у нас будет ребенок. Я тебе сейчас твоего ублюдка голыми руками выскребу, поняла? Только тронь. Тебе придется убить меня. Зачем так со мной, а? Я ж поверил, что мы семья. Пошла вон. Что случилось, Борис? В общем, она была нетрезвая. Врезалась на машине в стену. Это я во всем виноват. Я ей сказал, что мы разводимся. Что? Ну, что там? Ну, что у нее осложненная травма позвоночника. Так. Мы сделали все, что возможно. Теперь главное – реабилитация. И, конечно же, ваше внимание, любовь. Спасибо. Все-таки ты счастлива, Стешечка. Что бы там ни было, ты счастливая. У вас с Пашкой тоже все получится. Да, после трех выкидышей. Ой, ну куда ты лезешь? С улицы прямо в дом. Я не чай сюда пить пришла. Последишь, а потом кто вытирать будет? Дениска, здравствуй. Бабушка пришла. Идем к бабушке? Ты разводиться собираешься? Или Егор, когда вернется, рогами на всю округу светить будет? Собираюсь. И мой тебе совет – сгинь от греха подальше. Я уеду. Уедешь. А Дениска с нами останется? Нет. Ты еще себе принесешь в Подоле от принца какого заезжего. Ты думай, Поля, что говоришь. Я знаю, что говорю. Плохо знаешь. Дед, пожалуйста, не надо. Ай. Пойдем. Пойдем, Дениска, пойдем. Пойдем, Денис Егорыч, бабушка тебе пирожков напекла. Я Денису вечером заберу. Угу, заберешь. Идем. Вот, осторожненько. Мой хороший. В Москву тебе надо, Стеш. К Борису. После той ночи он так и не позвонил. Стеш, сама позвони. Так, ну что? Мы уже можем попробовать с тобой. Да. Да. Готова? Да, да. Так, попробуем. Просто страшно очень. А мы не спешим никуда. Так, так, давай вторую. Так, сейчас не спеши. Не спеши. Так. Спеши. Так, ой, давай аккуратно, ой, встаем, встаем. Аккуратно. А? Голова кружится. Кружится? Ну, хорошо. Так, давай сейчас. Вот, сейчас давай левой. Так, правой. Так, аккуратно вот до дивана дойдем. Правой, левой. Садись. Сейчас сяду, секундочку. Садимся, садимся. Ну. Так. Ну, ничего? Нормально. Сейчас костыли принесу. Сейчас. Спасибо. Борис, ты у меня такой молодец. Я делаю только то, что должен делать, мама. Приятного аппетита. Спасибо. Вот тебе вилочка. Вкусно? Угу. Тетя Нин, тетя Нин! Дениска! Здрасте. Привет, Дениска. Заходи. Тетя Нин, тетя Нин! Там братик стучится. Дед за вами послал. Ну-ка, Дениска, пойдем. Пойдем.
Паша, быстрее! Паша! Дыши, дыши, родная, дыши, дыши. Больно. Не волнуйся, смотри, в каких условиях едем, а там еще мигалку включим, а? Инка! Паша! Чтобы все знали, что преступницу везут в клетке. Дурочка, зачем ты такое говоришь? Ты дыши. Сама сказала Борису не звонить. Сама. Думаю, разберусь. Уложу все проблемы с Егором. Ага, с Егором уладишь. Струсила, Нина. Струсила. Паша, ну не дрова же везешь! Сам будешь уроки принимать, а? Два, три. Ты дыши, дыши. Ну, вы нашли время рожать. Да быстрее давай. Да еду, еду. Скоро, скоро в больницу уже. Вот ключи от машины и от квартиры. Возьми. Боря. Все, что я должен был сделать, Наташа, я сделал. Боря. Прощай. Паша. Так, вещи, вещи забыли, дед забыл забрал. Вещи. Аккуратно, там телефон сверху. Телефон? А ну, держи. Ты мой хороший. Стежка, Кеня, у тебя красивые все получаются. Можно я возьму? Держи. Аккуратно. Ой, 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 ты мой сладенький, ой, ты мой маленький. Ой, как пахнет. Ой, лю-лю-лю-лю-лю. Стеж, держи. Это, держи. Осторожно. А я пойду это, Пашу поищу, наверное. На чужие уроды засмотрелся. Как только вас выпишут, забираем детей и переезжаем ко мне. Соскучился. А мама за братиком ездила. Сияет, как медный грош. За нового человека, что ли? Хоть и байстрюк, но... Идем, Денис. Тут человек от Егора приехал. Не хочешь про мужа услышать? До свидания. А может, пацану здесь интереснее? Может, он про батю хочет услышать? Ведь из-за тебя же не видится. Я сама расскажу. Если совсем тяжко станет, ты помни, мужчина он есть, потом нет, а дети – это навсегда, это твое. И разлучать их нельзя. Одна кровь, братья. Да. Ну что? Все, готово. Готово. Давайте помолчим на дорожку. Пора. Береги их. Все, пойдем. Давай. Деда, ты звони. Опа. А как все уляжется, мы тебя заберем. Ты обо мне не думай. У тебя дети. Все, все, все. Все.
Уехала. И Дениску с собой забрала. А ты как хотела. Дитя у матери забирать нельзя. Не по-людски это. Сколько горя из-за нее было. А сколько еще будет? Да Егор ее из-под земли достанет. Он уже человека прислал. Что же натворит? Здравствуй, мама. Здравствуй, сынок. Так. Денис, аккуратней. Давай сюда. Так, выходи, выходи. Выходи, выходи еще. Так. Это моя жена, мама. И мой сын. Сыновья. Здравствуйте. Ну, идите в дом. Идите. Здравствуйте. Ага. Это, между прочим, мама, твой внук. Все будет хорошо. Ух ты! Красиво. Я тут внучке твоей хочу позвонить. А она трубочку не берет. А я сам себе думаю, ну неужели внучка любимая дедуле родному новый телефончик не оставила? Не оставила. Передай Егору, чтобы отстал от нее. У него своя жизнь, у нее своя. И вам тут нечего делать. Валите. Дед, дед. Я же все равно узнаю. По-хорошему или по-плохому, но узнаю. Этого деда не такие пугали. Нравишься ты мне, дед. Ох, непростой. Ох, непростой. Ты говоришь, значит, ничего не знаешь, ничего не скажешь, да? И телефончик тебе новый не оставила. Никуда уехала не сказала. Ни адреса, да? Зря мы это все. Мама твоя ненавидит меня. Зря я тебя сразу тогда не увез. А мама тебя полюбит. И внуков полюбит, и тебя. Мама! Тихонько, братик спит. Что? Там, к тете Боле, злая тетя приехала. Пойдем со мной.
Стеша, девочка моя. Ну, отзовись, отзовись, я тебя прошу. Тихо, мой братик спит. Ну, что теперь поделаешь? Посмотрим. Наташа, ну, я тебя прошу. Ну, зачем ты приехала? Захотелось посмотреть, на кого ты мне променял. Теперь понимаю. Я тебя не родила, а это двоих притащила. Причем одного сразу же. Мальчик, сколько тебе лет? 3. Пожалуйста, сразу 3 года. Наташа, уезжай, пожалуйста. А ты меня не гони. Я тебе пока что жена законная. А вот она приблуда, и дети у нее такие же. Мама, а что такое приблуда? Идем. Все, Наташа, уезжай, все. Нет, только этого не хватало. Стой! Опа! Лови! Тёть, бросай мяч! Ну, давай мне! Оп! Вот так! Бросай! Тётя, лови! Лови! Оп! Смотри, как высоко! На! Опа! Держи! Молодец! И я могу! Мам, смотри! Лови! Укладываться пора. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Дениска! Давай домой. А ну, домой быстрей. Ой! Бегом, бегом, бегом. Поехали. А ну-ка, догоню. Догоню сейчас. Господи, тихо. Господи, что же это? Тихо.
все, все нормально. Боря, они нас нашли. Все? Это знак, предупреждение. Я боюсь. Я не знаю, как они нас нашли. Боря! Все хорошо, все, 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 тихо, не бойся, не бойся. Все, все хорошо, все хорошо. Ну, всего доброго. Спасибо. Распишитесь. Привет. Хочешь покататься? Денис, хочу. Денис, иди. Давай, иди к дяденьке. А? Куда вы его уносите? Денис! Слушай сюда. Ты возвращаешься с сыном Егора. Этот остается здесь. Иначе мы сожжем весь дом и убьем всех, кто в нем. Поняла? Стеша! Это было последнее предупреждение. Стеша! Я возвращаюсь к мужу, не ищи нас. Что? Я возвращаюсь к мужу. Стеша, ты испугалась? Спокойно, сейчас приедет полиция. Все будет хорошо, Стеша. Мы все это закончим. Нет, будет поздно. Все, я так решила. Что ты говоришь? И забирай этого ребенка. Стеша, ты что делаешь? Что делаешь? Забирай! Стеша! Боря, отпусти ее! Пускай едет! Пускай едет! Поехали! Пускай уходит! Стеша! Пускай! Подержи. Подержи давай. Пусть едет. Пусть она едет. И закончатся все наши беды. Оставьте нас в покое. Слышите? Я ненавижу вас. Будьте вы прокляты! Спасибо. Здравствуйте, Сливания Анатольевна. Здравствуйте. Привет. 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 Здравствуйте. Дениска. Смотри, какая картина. Будьте умницей. Не хорошо? Не волнуйся, мам. Пока. Угу. Старшеклассники рисовали. Да, когда еще такие будем рисовать? Идемте, девочки. Угу. Вы подготовились к уроку? 5, 6, 7, 8, 1. Я когда вырасту, милиционером стану. 3, буду с бандитами драться. 4, значит, и с нашей Денькой 1, придется драться. А я тут при чем? Мои родители сказали, 4, что твой отец бандит. 5, значит, и ты будешь бандитом. 6, чё, ты чё? Давай, 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 бей, 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 сильнее, а ну, давай. По фону чуть светлее. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Снова сорвал тренировку, устроил драку. Дениска. Пожалуйста.
Приятного аппетита, Егор Федорович. Ну, скажи хоть что-нибудь. Что нового? Все по-старому. Может, тебя к врачу отвезти? Пусть посмотрит, что с тобой не так. Я сколько уже дочку хочу, а? Все со мной так. Просто пока не получается. А у тебя все просто. Ай-яй-яй.
Ай-яй-яй, девушка мечты, в этот вечер не со мной осталась ты. Без тебя я жить устал, я тебя нарисовал. Стой! Ты что, меня перед людьми позоришь, а? Че ты лезешь? Мы с сыном уходим. Что? Не бей маму! Уйди! Не тронь! Это что? Рожать от меня противно, да? Че молчишь, дрянь? Не трогай маму! Сынок! Подойдешь, убью! Денис, сыночек, успокойся. Опять кровь из носа. Да что же это с тобой, а? Когда я подрасту, я тебя отвезу далеко-далеко, где тебя никто не найдет. Бонжур. Здравствуйте. Бонжур, Дени. Бонжур, мадам Зина. Коман са ва, ажардви? Ти ва бьян? Са ва бьян. J'espère, vous êtes prête pour la leçon. Дени, я надеюсь, вы готовы сегодня к уроку? Oui. Ну, хорошо. Пошли заниматься. Стеша, наконец-то. Родная моя. Привет. Привет. Ой. Ну как ты? Ты с новостями? Ну конечно, Стешечка, конечно. Я переживала, тебя давно не было. Да, все никак времени не было. Ты как? Все так же терплю. Там видео, фото, все смотри. Как они? Ну как, Борис открыл свою галерею, теперь он художник, бизнесмен. Как-то так. А женщина рядом с ним есть? Я не видела. Слушай, ну позвони ему. Ну скажи, люблю, жить не могу. Вот я бы позвонила. Точно. Да не могу, я их под удар ставить. Егор всю мою жизнь отслеживает, понимаешь? Видео, видео смотри. Восьмое марта, славный денек. Мама повторит каждый сынок. Каждая дочка как не мала. Мама поздравит 8 числа. Мама, мамочка, я тебя люблю. На 8 марта подарок подарю. Стешечка, я так у одной трое суток стоял. О, едет. Поговорим. Сын, ты молодец, что за маму заступился. Теперь я вижу, что ты настоящий мужик. Совсем взрослый. Держи подарок. Никогда их не снимай, понял? И я всегда к вам с мамой смогу прийти на помощь. Спасибо, спасибо! Едут. Посиди здесь, ладно? Угу. Давай. Никуда не выходи. Хорошо.
давно водитель забрал. Да, мам, привет. Денис, сыночек, ты где? Все в порядке? Да, у нас с папой все хорошо. У нас тут дела. Какие дела? Почему ты ко мне не зашел, ничего не сказал? Да я хотел. Денис. Ничего, только царапины. Слава богу. Ну, мам. Родной мой, ну как так? Ну, мам, все в порядке. Я спрятался, как папа сказал. Не смей тянуть в эту грязь моего сына! Ты слышишь? Он и мой сын тоже. Никогда не смей! Мне всю жизнь поломал, ему не дам! У вашего сына часто высокая температура? Бывает, да. А синяки? Кровь носом часто? Что с ним? Лучше показать специалисту. Ну что? К сожалению, анализ положительный. У вашего сына лейкемия. Что? Что это значит? Это рак крови. Ты что говоришь? Это мой сын! Егор! Мой сын, Егор, понял? Успокойся, успокойся. Что нам теперь делать? Не волнуйтесь. При пересадке костного мозга шансы на выздоровление большие. Нужен подходящий донор. Но ехать нужно сейчас. Сейчас, подожди. Стех, мне исчезнуть нужно. На время. Господи, ты в бега? А мы как? Вас не трону, при вас охрана будет. Нам сына надо лечить, а не от твоих бандитов бегать. К сожалению, вы оба в доноры не подходите. Извините. Постойте. Да, слушаю вас. Есть еще один вариант донора. С большой вероятностью совпадения. Это Глеб, брат Дениса. Даже не заикайся. Кого хочешь ищи, но не этого. Смола валить надо. Я сказал сейчас! Если Денису не помочь, он умрет. Ты понимаешь это? Это наш сын! Так помогай. Но чтоб художнику своему не совалось. Узнаю, убью. Рюкзак надевай. Угу. Быстрее, быстрее. Все, идем. Что-то случилось? Вы куда? Валя, мы уезжаем к Егору. Сейчас трудные времена, поэтому никому ничего не парить, хорошо? Хорошо. Все, идем. Ну все, идем. Федорович?
хорошо. Мам, мы правда к папе едем? Нет. Папа очень расстроится, когда поймет, что мы уехали. Пусть это останется нашей тайной. Хорошо? Сразу за все. Пребывание, лечение и операция. И за то, чтобы вы взяли моего сына без документов. Мой муж ничего не должен знать. Хорошо. Допустим, я могу предоставить для вашего сына личную медсестру. Я могу оформить его под своей фамилией, Дунайцев. Но вопрос не в этом. Вопрос-то в доноре. Донор есть. Мне нужно немного времени. Ладно. Мы пока проведем общее обследование. Ну все. Тебе нужно остаться. Ничего не бойся, все будет хорошо. Я буду приходить. Только помни о нашей тайне. Никто не должен знать, что ты – это ты. Даже папа. Хорошо? Хорошо. Мам, я умру? Ну, конечно, нет. Вот как ты скажешь себе, так и будет. А ты скажи, я справлюсь. Я справлюсь. Обещаю. И я справлюсь.